Китай – это страна, которая поражает мир своим стремительным и впечатляющим развитием. За последние десятилетия Китай претерпел огромные изменения, став одной из ведущих экономических и технологических держав мира. В этой стране активно инвестируют в строительство новых городов, железных дорог, автомагистралей, аэропортов и другой инфраструктуры, что способствует укреплению связей между различными регионами страны и улучшению качества жизни населения. Сейчас вы увидите лучшие мегапроекты Китая. Проект переноса воды с юга на север – это амбициозный инфраструктурный проект в Китае, направленный на перераспределение пресной воды с южных регионов страны на север, где недостаток водных ресурсов является одной из основных проблем. Этот проект был разработан с целью обеспечения водоснабжения, орошения и смягчения последствий засухи в северных районах Китая. Для реализации проекта были построены значительные гидротехнические сооружения, включая каналы, дамбы и подземные туннели. Эти сооружения обеспечивают перенос воды на большие расстояния и через разнообразные территориальные особенности. Часовня звука – это концертный зал в виде скалы, спроектированный китайской студией Open Architecture. Проект, расположенный в долине рядом с руинами Великой Китайской стены недалеко от Пекина, был завершен в ноябре прошлого года. Это настоящее акустическое чудо в стиле рок, которое привлекает в регион туристов со всего мира. Башня Шанхая была завершена в 2015 году и стала одной из самых высоких башен в мире. Ее высота составляет 632 метра. Дизайн башни Шанхая впечатляет своей современной и футуристической эстетикой. Открытая площадка на вершине башни, Шанхайская сфера, предлагает захватывающие виды на город и окружающую местность. Башня Шанхая служит многофункциональным комплексом, включающим офисные пространства, коммерческие зоны, туристические аттракции и развлекательные площадки. Железная станция Чжэньчжоу Ист является важной точкой пересечения нескольких высокоскоростных железнодорожных линий. Станция играет ключевую роль в обеспечении передвижения и торговли между этими крупными городами. Станция Чжэньчжоу Ист – это пример стремления Китая создать сложную и обширную железнодорожную сеть, поддерживающую его быстрый экономический рост и урбанизацию. Линган Нью Сити – это масштабный проект по созданию современного городского пространства на юго-востоке Шанхая. Он задуман как передовой, современный и устойчивый город, нацеленный на инновации, технологический прогресс и экономический рост. Развитие Линган Нью Сити включает строительство современной инфраструктуры, такой как эффективные системы транспорта, высококачественные жилые районы, образовательные учреждения и коммерческие площадки. Экологически ориентированное планирование, интегрированное в городской план для обеспечения баланса между урбанизацией и сохранением экологии. Международный аэропорт Пекина является крупнейшим и одним из самых оживленных аэропортов в мире. Он предоставляет множество международных и внутренних рейсов, что делает его ключевой точкой в мировой авиационной индустрии. Здесь вы найдете современные терминалы, высококачественные пассажирские зоны, множество магазинов, ресторанов и других удобств. Технологические инновации также интегрированы для обеспечения бесперебойного путешествия. Атомная электростанция Чинчан является частью стремительно растущей атомной энергетической отрасли Китая, которая направлена на обеспечение электроэнергии страны.
Она состоит из нескольких атомных реакторов, которые генерируют электроэнергию путем ядерных реакций. Эта электростанция обеспечивает значительный объем электроэнергии для крупных городов и промышленных комплексов. Это способствует развитию экономики и удовлетворению потребностей в электроэнергии. Междугородняя железнодорожная сеть на востоке провинции Гуандун соединяет различные города и населенные пункты в регионе, что способствует экономическому развитию и улучшению транспортной инфраструктуры. Эта сеть позволяет путешествовать между городами на относительно короткие расстояния на высокоскоростных поездах. Шанхайский астрономический музей был разработан с учетом современных архитектурных тенденций и технологий. Этот музей является крупнейшим астрономическим музеем в мире. Его площадь равна 39 тысячам квадратных метров. Он спроектирован с тремя перекрывающимися дугами, которые напоминают структуры, обнаруженные на орбите. Выставки музея призваны расширить понимание посетителей о Вселенной и научных открытиях. Гидроэлектростанция в Ундонге является одной из самых высоких в мире. Ее высота равна 240 метрам. Здесь работают 12 турбин мощностью 850 мегаватт каждая. Общая генерируемая мощность составляет 10 200 мегаватт. Плотина Яньцуй – это каменно-насыпная плотина с бетонным покрытием на реке Хуанхэ в уезде Синхай, провинция Цинхай. Строительство плотины началось в 2010 году, а гидроэлектростанция мощностью 1200 мегаватт вступила в эксплуатацию в 2016. Она расположена выше по течению от плотины Луньянься. Всего 10 лет понадобилось Китаю, чтобы построить город в пустыне Такома. Песчаные дюны на глазах превратились в город, в котором проживает примерно 20 тысяч человек. Люди переезжают сюда из различных городов Китая, так как здесь есть возможность добывать нефть. Конечно, жить в пустыне нелегко. Здесь практически не бывает дождей, а летом температура достигает 67 градусов Цельсия. Самый большой телескоп в мире – это Тяньянь. Название переводится как «небесное око». Он представляет собой огромную выемку в земле с плавно округлой формой. Телескоп имеет диаметр апертуры 500 метров. Он расположен в горной местности провинции Гуйзу на юго-западе Китая. Его выбранное местоположение вдалеке от городских источников света позволяет избежать помех и интерференций, что важно для точных астрономических наблюдений. Мощность этого телескопа и технологические возможности открывают новые горизонты для астрономических исследований. Даньян Куншан Гранд Бридж – это одна из самых впечатляющих инженерных конструкций в мире, являющаяся частью высокоскоростной железнодорожной сети Китая. Этот мост простирается на протяжении 165 километров и соединяет города Даньян и Куншан на востоке Китая. Он включает в себя различные типы конструкций, такие как арочные и балочные мосты. Мост Цяочжоубэй – это впечатляющая инженерная конструкция в Китае, соединяющая город Цяочжоу с островом Халин в заливе Цяочжоу. Мост имеет общую длину около 43 километров, из которых приблизительно 26 километров составляет морская часть моста. Эта длина делает его одним из крупнейших морских мостов в мире. При проектировании и строительстве использовались передовые инженерные технологии и методы. Это позволило создать структуру, способную выдерживать морские условия.
Мост Вухань-Яньцзи является важной составляющей городской и национальной инфраструктуры Китая. Он не только обеспечивает практическое соединение между различными районами, но и служит символом страны, стремящейся к развитию современных и инновационных решений в области инфраструктуры и транспорта. Мост имеет общую длину более 5,5 километров. Он включает в себя как дорожную, так и железнодорожную части. Мост Бэйпанцзян – это впечатляющая инженерная конструкция в Китае, расположенная над ущельем реки Бэйпанцзян. Этот мост считается одним из самых высоких мостов в мире. Его высота превышает 565 метров. Бэйпанцзян представляет собой висячий мост с большим пролетом. Он создан с использованием передовых инженерных методов и технологий, чтобы обеспечить его надежность. Мост Бэйпанцзян является символом высокого уровня инженерных и технических навыков Китая. Мост Сиду является одним из самых высоких мостов в мире. Он поднимается на высоту более чем 900 метров над дном ущелья, что делает его впечатляющим сооружением, возвышающимся над обрывами. При строительстве моста Сиду столкнулись с рядом технических сложностей, связанных с его высотой, ветровыми нагрузками и другими особенностями местности. Инженеры и строители успешно преодолели все эти трудности. Сегодня этот мост играет важную роль в обеспечении связи между различными районами и регионами. Мост Руньян-Яньцзи включает в себя несколько разных мостов, в том числе висячие мосты и мосты с пролетами разных размеров. Это многоуровневая конструкция, обеспечивающая связь как для автомобильного, так и для железнодорожного движения. Сеть мостов имеет общую длину более 35 километров. При строительстве моста применялись высокопрочные материалы, а также инновационные системы безопасности и мониторинга. Мост способствует развитию экономики, облегчает передвижение транспорта и улучшает доступность региона. Мост Пинтан, который находится в горной провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая. Его протяженность 2135 метров, а высота 332 метра. Эти размеры позволяют назвать его самым высоким в мире железобетонным мостом. Мост стоит на трех опорах, а вся его конструкция напоминает по форме граненый алмаз. Поэтому в Китае мост Пинтан называют бриллиантовым. Мост Ханчжоу-Бэй – это выдающаяся инженерная конструкция в Китае, соединяющая города Ханчжоу и Шаошин на побережье Восточно-Китайского моря. Его длина около 36 километров. Это комбинированный мост, включающий в себя различные сегменты, такие как висячие мосты, железнодорожные мосты и дорожные платформы. Такое сочетание различных типов мостов позволяет обеспечить эффективное использование моста для разных видов транспорта. Китай стремится использовать передовые технологии для улучшения инфраструктуры, обеспечения безопасности дорожного движения и сокращения негативного воздействия на окружающую среду. Для оптимизации планирования, маршрутизации и управления дорожным движением используют искусственный интеллект. Дроны используются для инспекции дорожных работ, мониторинга состояния дорог и оценки потребности в ремонте. Сенсорные технологии позволяют отслеживать состояние дорог в режиме реального времени. Благодаря всем этим технологиям в Китае удалось построить множество невероятных мостов и дорог.